Картина «Корзина с фруктами» явилась первым самостоятельным натюрмортом в искусстве 17 столетия. Фон нейтральный, бледный, вытянутый вверх, без деталей. В простой плетеной крестьянской корзине Караваджо изобразил в изящном плюмаже из виноградных листьев дары щедрой земли Италии. Яблоко. Художник представил яблоко с червоточинами, четыре разные по цвету грузди винограда, лимон, грушу, персик, инжир. Это дополняется сухими и осыпающимися листьями с отчетливыми грибковыми пятнами. Композиция освещена по диагонали слева, что в сочетании с иллюзионистическим изображением плетеной корзины и сферического фрукта создает впечатление трехмерности и простора. Внимание зрителя привлекает натуралистичность, тщательность деталей, богатство деталей и эффектность прозрачности, особенно заметны на осыпающихся листьях. Присутствие рядом друг с другом здоровых и червивых плодов также может быть намеком на церковь, которая собирает как грешников, так и святых. Картина явно отсылает к книге Амоса, в которой народ Израиля сравнивается с корзиной спелых фруктов. Глава 8, стихи 1-2. «Такое видение открыл мне Господь Бог, вот корзина со спелыми плодами, и сказал, что ты видишь, Амос? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать его». Работы Караваджо были настолько новаторскими в свое время, что первоначально считались частью другой картины. Каждая деталь натюрморта написана так вещественно, что корзина кажется обманкой, изображением мертвой натуры, которые будут особенно распространены в живописи 18 столетия. Натюрморты тогда мало ценились и считались второстепенным видом живописи. Картина «Корзина с фруктами» сломала этот стереотип, а сам автор считается предшественником натюрморта в стиле барокко и первым, кто применил при создании картины метод обманка.